уже закончили. Привет, ребята. Пока, ребята. Сейчас решаем. Ну да, вообще, да. 40, 80, 100, 120. Ангелина, мы по последний раз где мы находимся? 300, 46. Где мы, Ангелина, находимся? Что? Улицу постри, что это за улица? Только пальчиком не закрывай. Да я не вижу вокруг. Печерск. Печерск. Ангелина сказала Печерск. А меня можно тоже посмотреть? Ребята, 297 человек смотрят. Это я, Лана. Лан, привет. Да, давай, пока. Лана, сейчас напишет фотка. У Леры пирсинг. Да, что? Мне уже скоро 16, я могу делать, что хочу. А татуировку сделаешь? У меня есть люди, которые сказали, только когда я покажу им татуху, тогда они разрешат мне. Лана или не пишет, разрешат. ВК, ты тролль-мастер. Лана, ты да, тоже вот Аня. Тролль-мастер? Ангелина, ты знаешь, с кем я сегодня маршрутки ехала? С Сафроновой. Помнишь, которая в Санта-Лучи танцует? Еще видеоблогер, я пора-ти. Я тоже боюсь. Я такая захожу в маршрутку. Я не буду ничего убирать. Она заходит, такая, типа, с подругой, и садятся, типа, сзади меня, я такая... Попросила бы сфоткаться. Она такая в парке, знаешь, растянутая, типа, в чехол. А тебе есть жарко, да? Вот мой чехол. Типа, она жаркая. Навсегда пирсинг, Лен? Навсегда. Ангелина, навсегда. Ты где купила куртку? Я знаю, где. В пломбире. Блин, Аня. Спасибо. Звезда Сафронова. Все, Лана пишет. Да. Лана, я тебе рассказывала сегодня. Люблю Аню Музафарову. Где посмотреть интервью? Я думаю, в интернете. Ну, вообще, уже нет, потому что трансляция закончилась, потом но потом выставят. Через некоторое время уже выставят. У вас классный стиль. У нас стиль собачки. Лерина, новый телефон. Видно. Ой, какие вы шутники, ребята. Ой, как шутники. Смотрите. О, наша новая песня, которая на вокале. Я первую лайкнула. Hold on. See you walking around like it's the film. Да, у меня шелак. У меня тоже. Смотрите, мы всегда с ней в теме. Что тут говорить? Видите вот это? Ничего, что у меня первый такой был маникюр. У тебя тоже? А у тебя тоже? Да, я не видела. Я тоже а ну не давай, видела. Польские сестры поставили. Скриним. Ань, можешь ближе поставить? Ну, Лер. Вот так, подожди. Стойте. Да, ну стой, Лер. Ань, давай. Скрин. Все, скрин, все уже началось. Не, у них же все отстает. Ай, может отбежать? И читать вопросы. Ребят, позвони моей маме. Аня. Да. Настя, алло, привет, мы закончили интервью. Едем сюда. Ты какая толстая. Я? Ангелина, сейчас ты помнишь? Была. Да, Ангелина? Где на свидание сейчас? Я да. Да, да, как ты? Я тоже иду. С кем? Да. Я иду. С кем? Ну, сейчас, да. А тогда 6 минут. Ангелина, у тебя очень классный вкус. Не думаю. Ну, я с тобой поеду. Да? Я с тобой поеду? Когда вы с Бантой встретились? Мы что, с ними встречались? Вы мне привет не сказали, Саня. Привет, Саня. И представляете, сейчас они такие, блин, обидно. Моя мама не смогла загрузить трансляцию. Какая жопа. Не видела. А почему нам так написали, когда мы с Бантой встретились? Не хотела встречались вообще? Лера, выставила фотографию. Что вы говорите? Я в фотошопе все поставила. Мастер фотошопа. Они где очки? А почему так рано в 6, если я в 7:30 начала аж? Сколько ты начала? Посадить всех людей. Угу. Час 20 вроде. Окей. Куда едем? Домой. Кто везет? Нас тетя Наташа с тобой. Юля на мат. Тетя Наташа, помашите. Ангелина, потрясла. Держи. Ангелина, я тебе держатель телефона. Спасибо. Серьезность, смотрите. Аня, да. Ань, ты уже учишь украинский? Нет. Смотрите. Что это? Ангелина. Уже фотки? Ангелина. Конечно. Ангелина. Саша, я классно считаю.
вопрос. Лер, он мне всегда такое пишет. Переслал сообщение? Да, мое, он вчера мне это писал. Блин. Ангелина, что ты вышла? Все испортила, да. Блин. Вот так надо было ответить. Аня, одень очки. Типа, что ты мелешь, да, типа? Нет. Ой. Аня, да, Саня? Ты, кстати, дома? Брат мой. Никто не верит, что Саня мой брат. Ангелина, скажи. Да. Мы все братья и сестры. Душа. Юля впереди сидит. Короче. Юля. Юль. Ей неудобно, напустим. Дай тему Зафаровой. Вот мы тут. Класс. Мы здесь. Здравствуйте. Hello. В общем. Причем тут книга, Лер? В общем. Не знаю, мне понравился смайлик. У Ангелины очки. Очень классный вкус. Очки. Зайка. Вот можно я заблокирую вот этого вот сейчас? Кто это писал? Вот это что? А, нет, не вот это. Тут только что кое-что кто-то написал. Можно написал. Заблокировать? Да. Да. Давай быстрее домой, мне скучно. Это кто пишет? Можно вопрос? Да. Лера, выходи за меня. Понимаешь? Ё-моё, вопрос. Просто, да, это стрёмно тут. Ты похожа на Стивена Хокинга, который был в этом. А кому ты это перешла? Это же Перископ. Перископ. Как только я это взяла твой перископ, Ангелина, все начали писать, выходи за меня. Я не знаю, а где я? Некрасивая с пирсингом. Ну, изменять. Аня нравится. Понятно? Все. 400 человек. 390, вы немного ошиблись. А вот это видно? Разборки. Это классно, я же говорю, я лайкнула, Ань. Ребята, скажите. Ой, Лера, я не думала, что это нас. Они все подслушивали. Мы все с вами подслушивали. Ребят, кто хочет спать? Я. И я того же мнения. Ангелина, спой. Я очень хочу кушать. А ну, давай. Аня в коллектив влилась? Она влилась. Аня, почему ты не разговариваешь? Сколько ВК? Человек, Лера? 375, тебе отключается. Давайте говорить. Я уже поняла, что Ангелина офигенно одевается. Ангелина, ты откуда вы знаете, одеваешь? Что мы на этом мосту едем? Почему мы едем на этом мосту? Смотрите, какое красивое солнце. Я не знаю, что это, но оно красное. Это луна. Нет, я не знаю. Это северное сияние. Почти увидели. Ну, о чем? Они там секретники. Все, почти секретики. Сейчас засхренили, прикинь, резко. А я знаю. Нет, а там не видно было. Лер, ну, Лера, я шучу. Я знаю, о чем они лицо, Лер. Когда будет фотосессия с Аней Музафаровой? Все вы знаете, ребята, совсем скоро. Скоро. Что узнает? Она меня знает. Этого не показывала. Нормально, мне тоже все, ребят, мне интересно уже все. Всем пока, отключаю.